Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов и Серхио с канала Mozen Games. Всем привет, дорогие друзья. Да, мы продолжаем проходить принцип пенсии. Реально, до пенсии это проходить. Так, ну опять вот здесь... ну, осталось-то чуть-чуть. Да, я шучу. Вот здесь вот все проще простого, но я, пожалуй, сделаю вот так вот. Потому что ну его нахуй. Знаем мы эти уже мега-простые загадки. А чё? А чё? А чё, в смысле? А, ну да. Уезжай нахуй. Блять, а почему он не перепрыгнул? А как тогда? Подожди. Ему же надо пробежаться по стене через нее, да, прям вот? Прям ой, вот. Или так же этот. Как так же? Блять, от колонны отпрыгнуть. Ой, господи. Вот. Может быть, а может и нет. Не, здесь так можно сделать. Ух! Ладно, извините. Что-то я как-то не глядя. Так, можно сделать сразу вот так. Блять, камера, я тебя не просто так вверх задрал. Ух ты ж, блять. Ща, куда-то доедет до сюда. Так. Я, конечно, не глядя с одной стороны, с другой там, ну, очевидно, типа, там больше некуда просто. А, это тоже такой рычаг, который просто нажимаешь один раз, он работает. Так, теперь надо как-то наверх. Как-то надо. Чё с камерой? Вот что с камерой, блядь! Камерка постоянно что-то натыкается. А, подожди, или мне... Я просто думал, что мне там типа туда, потом и назад вот. А здесь ничего нет наверху. А, блять, камера, что ты делаешь? Нет, здесь эта колонна не отпрыгнет. Не знаю, а как мне наверх? Нахуя, если я сейчас вперед уже пройду? Я ничего не понимаю. Ну там же балка. Вот на нее надо забраться, которая в сторону пропасти смотрит. Ну понятно, как на нее забраться-то, блядь? Так от стены. Какой, блядь, что? Убежать по стене и отпрыгнуть. Вот то есть он до этого верха долетит, да, допрыгнет? Ну, может быть. Окей. Хорошо. Какой голос смирения уже. Окей. Не знаю, я очень рад за всех тех, кому очевидно, что по этой стене можно, блядь, пробежать. И он до туда допрыгнет, если от нее отпрыгнуть. По мне, там раза в три больше расстояния, чем то, до которого он может допрыгнуть обычно в игре. Блять, я вот был там внизу или нет? Я не был, по-моему, да? То есть, типа, мне, то есть мне вниз. Туда и надо. Ну, просто оно похоже на то место, которое уже было одно. Так, давай, проезжай и иди нахуй. Да, именно это я и хотел, да. Блять, мудак, но... ты ёбаный! Оттолкнись от стены, пока висишь зацеплен, чё, какая разница? Блять, я... в смысле? Ну, и все, и прыгай. Блять, я постоянно, не знаю, мне вот все отцепись нахуй. Просто я реально вот, у меня абсолютно в голове не складывается, что в каких-то моментах, вися на руках, он может толкнуться, а в каких-то нет. Я понимаю, что это типа логично, когда вот он, ну типа висит, у него под ногами стена, он тогда от стены отталкивается, а когда он висит на балке, ему не за что ногами упереться, поэтому с балки надо на нее, на саму балку залезть, чтобы с нее спрыгнуть. Но, блять, это вот, ты надо просто, ну, не знаю, у меня мозг не собирает эту хуйню, что типа, вот он висит на руках, я такой, а ну все, он отпрыгнуть назад не может, потому что он сейчас висит на руках. Нет, вот здесь он может отпрыгнуть назад. Нет? Чего? Вот что я опять здесь должен сделать? Что я тут должен сделать, блять? Чуть ближе, вот к середине надо прыгать, она не достает до края. Вот здесь, да. Блять, выключи нахуй. Yeah. Что-то это похоже, что мы здесь были, что-то на библиотеку, на какую-то прочую хуйню похоже. Атака!
Скорее тюрячка. А, а что вот делают в тюрячке? Не-не, было вот это место. Помнишь, чувак там в дверях застрял у нас? Угу. Да, помню, что делают в тюрячке. В жопу долбит, блядь. Охуенно. Так, там был секрет. Что, мы просто назад идем, что ли, да? Пусть знает, куда-то идем. Нет. Слушай, хуй знает. Ты же знаешь, как проходить. Я-то вообще в душе не ебучу здесь. Ну, вот к этой... А, нет, тебе, мне кажется, в той комнате запрыгивать на балки, которые поверху. Вот там, где ты по стене пробежал, нужно было отпрыгнуть. А, типа, вот здесь что, или что? Ну, типа. Ну да, да, конечно, он же может за него зацепиться точно. И наверх. А не туда вот? Вот, наверх. Обычно, я говорю, к этому моменту игры... Там уже на сюжет, на что-то это, какие-то диалоги. Да ебись, оно развались уже. Куда можно идти, туда и идем. Ну да. Если можно пройти, значит нам сюда. Если принц не допрыгивает, значит нужно попробовать еще раза три. Если он точно не допрыгивает, значит не сюда. А потом окажется, что все-таки он был туда, и все три раза ты просто не с того места нажимал. Ну такой вариант тоже возможен. Ну пиздец, он просто его взял и домагнитил до сюда. Да-да-да, давай, так, мне наверх же, наверное, да, я хуй знаю. Вот мне наверх или вот сюда по балке, куда мне идти? Ну нет, скорее всего, наверх. Нахуя эта балка здесь нужна? Потому что. Ну, уже хуёво, по-моему, тоже. Че? Вы где? Ты внизу, что ли, кто-то проспавнился? А, угу, понятно. Подожди, а как мы здесь? Ну, эту фигню, наверное, сломать можно, деревянную. Да, ну да. Угу. Вот и библиотека. О, очень интересно. Получается, что... когда ты здесь бегал за принца, ты шел по следам самого темного принца. Оп. Пойдемте, пацаны. Пацаны, девчонки, все за мной. Не, принц, заходи сюда. Где оружие? Выбросил ее. Ну, от этой оружки так, где осталось? В смысле, с нее? Да, я ж... Блять. Иди отсюда. Дай мне рычаг повернуть. Блять, охуеть. Вот, принц, это ты ебанутый. Я знаю, что ты ебанутый, но зачем? Нихуя себе пацаны выехали такие, видал? Как на коньках, блять. Да перепрыгни ты через них, уебок. Вот что он делает? Себя какой-то тип вошел. И что? Он может перепрыгнуть через них, блять. Вот что, ну, вот этой. Смотри, вот я, допустим, играю в этом моменте честно. Что вот я здесь должен сделать? Меня зажали, мне не дают ни выйти, ни выпрыгнуть, и пиздят. Заебись. Нет, ты лучше с ними разберись, сейчас же на время будет, а... Ну, они будут мешаться все время. Там же рычаги крутить, вот эта вся хуйня будет. И чё, я вообще ничего не помню уже. Спрыгивай и в замедлялке беги к рычагу. Крути рычаг. Так мы же вроде в обратную сторону, зачем опять всё это крутить? Чё нам это даст? Мы же только что оттуда ушли. Ну там будет потом кут-сцены и всякое такое. Вот дверь открылась. В эту дверь. И сюда. Какая?
Мы же оттуда пришли только справа, что. Справа дверь открылась, вот тебе в нее. А, вот это. Блядь, пиздец. Ой, блядь, я помню это место. Не туда. Понимаешь, вот я его просто сжимаю вперед. Ты видел, что он вместо этого делал? Он скачет, блядь, вокруг этой лестницы, как, блядь, гамадрил ебаный. Вы ждете, о, точно. Стоит лестница, мне нажимают бежать вперед по лестнице. Я знаю, что надо сделать. Перепрыгнуть через перила в пропасть, блядь. Ну, гениально. Ну, да, не, ну это вообще-то логично, я, собственно, что, я... У меня-то претензий ноль. И он, блядь, кинь ты этот ножик ебаный. Нет? А так? Охуеть. Так, я уже не помню тоже, что здесь, куда-то сюда. А, ну да, ну да, все вот это. Да, опять это по второму разу все проходить. Так мы сейчас вернемся буквально туда, откуда мы пришли, нет? Я говорю, там будет катсцена, и тебя закинет в новую область. Да ударь ты его хоть один раз-то, ну ёб твою мать! Все, он разваливается уже. Господи, какое же говно, вот серьезно. Вот я говорю, ненавижу игры, которых вот есть что-то хорош. Блять, вот я нажал один раз, он четыре раза удар делает. Что это за хуйня, блядь. Блять, у него какое-то тоже вот место здесь, как корень вот тот. Потом почему-то решает, что. Вот мы только что, вот с этой же камеры, с этим всем прыгали лево-право, лево-право, лево-право. Ему осталось один раз прыгнуть вправо. Он думает, нет, пизду, я хочу под углом. Вот. Потом берет и прыгает здесь под углом, блядь, почему-то. Ракурс такой. Хуякурс, блядь. Но... Чего, но... блядь? Что, блядь? Что, ну, значит, блядь? Не от стены, а развернуться на кладине. Блядь, да что ты делаешь, сука? Да, блядь, ну нахуя мы реально. Вот я вообще не понимаю, нахуя мы сюда идем. На ноль понимания, что происходит, блядь. Просто иди и все. Понизу. Да. Так, и чё? И еще. А, здесь есть про. Ага, все. А финальный босс дохак, что ли, блядь? Ну да. По-моему, сказал, что тут где-то или типа того. А теперь обратно, потому что он сломал. Там же есть этот. Ну, типа, вот сюда. Угу. А как? Еще лучше. Можно запалить, нет? А, да, я забыл. Но здесь-то теоретически ты должен был с прошлого раза запомнить просто и... Ну да. Здесь как раз уже была разломана эта фигня. Прям в прошлый раз ты здесь бегал. Ну, блядь, это было вот реально тоже вот 5 часов назад, условно говоря, да? И несколько дней, еще учитывая специфику, как мы играем. Конечно же, я запомнил, как что здесь было и куда здесь надо идти. Ну, это же логично, блядь, было. Конечно. Да, вот это очень умная идея брать и выебываться на какого-то темного бога, который за тобой там охотится. Че, подъебывать его. Давай, давай, попробуй, поймай меня. Слышь, лошара, попробуй меня, поймай ее. Ха! Ну, реально, какой-то уркаган персидский, пиздец. Давай, 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 принцушка. А, окей, это раз. Ебать ты лох. Бля, он попытался повторить этого Балрога из «Властелина колец», но принц оказался ловчее.
Кстати, я себе, ну ты что проспойли, ну ты что спойлерю, это типа, ну типа совсем старая уже хуйня, которая еще со второй части оригинального принца еще этого платформенного. Но я знаю, что типа что там будет в финале двух тронов с этим. Ну здесь он говорил, что типа надо убить, ну, типа самого себя, чтобы что-то такое он там говорил, когда маску надела, она его поглотила. Что, короче, кто не боится спойлеров, кто боится, отнесешь уж на 2 секунды. I can barely see through this. Best I watch my back. Who knows what's lurking in the mist? Tell me when you're going to be ready to fight for real. Лучше не оглядываться, кто знает, что там в этом тумане. А, короче говоря, это кто боится спойлеров, отвернись на 2 секунды. Со второй версии принца с темной не надо будет драться. Надо убрать оружие и типа соединиться с ним. Не то, что прям соединиться. Ну, условно, это я так просто. Так, ну, да. А что такое? Вот куда мне? По стеночке, до сундука, а так... А, здесь можем пробежать, да? Иди отсюда. Уйди, пожалуйста. Ага, спасибо. Блять, принц, ёбаный ты петух, ёбаный, блять! Ну что ты делаешь? Ты можешь просто пробежать... По другой стеночке. Да почему по другой? Там же скала какая-то разъебанная вся. Вот что подсказывает, что по этой стенке можно пробежать, блядь? Что, блядь, подсказывает? Там с выступами с какими-то, блядь... Пиздец. Ебать. Ну и чё? Не-не-не, теперь обратно и спускаться вниз по... Чего? Обратно, а, там есть ступеньки. Вот по тем... там ступеньки есть, заебись. Окей. Так. Наверх. Ну да, я вот вижу. Вот опять же, тебя игра сколько раз учит тому, что если стены с выступами, ты по ним прыгать не можешь. Какой-то момент берет такая. Пизду, забей, теперь можешь. Ну, типа, вот стены бугристые такие неровные, он, знаешь, не мог по таким лазать. Там на этом, собственно, ну, знаешь, условно, загадки на этом строили, что типа, эй, чувак, смотри, тебе надо пробежать, но где? Вот по этой стеночке ты не можешь, только по этой. Careful. Да осторожнее, осторожнее, иди ты нахуй, блядь, осторожнее. Ну, кто-то хуевый лосатый на стене нарисовал с 4 или нет, подождите, черепашка на присосках, смотрите. Черепашка. Ну, одно из двух, либо хуй, либо черепашка, я не знаю. That door. The switch that opens it has to be around here somewhere. If only I could see through this fog. Обычно в этом моменте у меня звук лагал. Mm. Вот опять же, задумка прям прикольная. Туман, горящие глаза собак этих. Нихуя себе, вожак пришел, заметил, да? Пришел такой на себе, посмотрел, пошли, пацаны. Вот, у тебя нормально все прошло, у меня обычно звук с нормальной скоростью идет, а картинка в 2 раза медленнее. А-а-а. То есть какие-то пролет камеры еще идет, а тут какие-то уже эти... Вот это вот все. Пришел нахуй все, я съебываю. Ударим. Блять, вы издеваетесь, что ли? Ну дай ты хоть залезь-то мне! Пизда ты с ушами, блять! Ебануться! Блять, ну что он делает? Вот я нажимаю один раз пробел. Один раз пробел, блять, нажимаю. Один, блять, раз. Не 50. Не 100 000, а... Нет, вот это... А вот сейчас вот он не допрыгивает, да, понятно. Ты же не знаешь, принц, нельзя убить тень. Кнопка на время. Вроде не бы. Может быть!
Давай, камера. Оба! Поехали. Здесь можно по стене пробежать. Да, я уже заметил, да, она там потертая. Я обратил внимание на потертости, как ты учил. Как вы учили меня, учитель. Я ебанат, учитель, извините, пожалуйста. Я тупенький слишком. Так. Учи замедлялку, тут там дверь работает. Дверь опустилась. Неловко вышло. Что ты делаешь? Серьезно? Ну окей. Глуп был, конечно, надеяться, что с этой хуйни можно спрыгнуть в две стадии. Да заткнись нахуй, дай сказать. Глуп был надеяться, что с этой хуйни можно спрыгнуть в две станы. Вот такой я ловкий зверек. Deactivated. Хорошо. Здесь, по-моему, внизу. Спокойно. Вот за этой стенкой слева, которая есть секретная оружка. Вспомогательная, которая не ломается. И, по-моему, она ваншотит. Ну, меня сейчас в любом случае все ваншотит, так что. Ну да. Да, вопросик. А, какой-то ядовитый меч, да, я читал это, по-моему. Так, а чё? Туда. Собственно, это единственное полезное вот секретное оружие. Потому что остальные, по-моему, они все ломаются, но медленно. А они все они все именно дополнительные? Да. Не, он выглядит красивенько, зеленый такой. Да. Ну, единственное, он будет потом боговать чуть-чуть подальше. Каплющечку. Да, ты увидишь. Главное, не выброси его. Кстати, да, это. Ну, выброшу, хули толку. Ну, выбросишь. Все равно считаем. Так-то, да. Когда вот так играешь, конечно, да, не ломающаяся эта хуйня, это прям хорошо. Сколько если такие камбухи крутишь. Да, красиво. Так, что там? А, это снова черепашка, окей. Так. Ну или хуй, да, все еще пока не знаем толком, да. Стоит допустить, что ответ может быть и таким, и таким. Ой, сейчас, секунду. Это я потянулся просто. И не сохранился. Да. А хули надо, правда, не стоит. Да, какие-то эти излишества нехорошие сохранятся еще. Чего времени тут? Ой, 2:30 всего лишь. Блин, я поскольку проснулся сегодня... я проснулся сегодня в 10 с чем-то, к 11 почти. Я просто почему это же на полчасика попозже немножко начали? Так, мы просто вниз. А нет, вниз шипы. Что за прикол? Значит, мы не сюда. Наверное. Веревка. Там веревка. А, блядь. А, она так удачно не беги по ней, не а вижу веревки. Она так удачно вписана в интерьер просто, вот. А этот, как его называют, короче говоря, у меня по ощущениям сейчас часов 6 вечера уже. Угу. Что-то все поперепуталось как-то. Да, когда ты героически рано просыпаешься, это, конечно, сбивает смысл. Да, особенно в половину 11, точнее, в половину 11 утра это было очень рано. Вот прям
Я, знаешь, когда проснулся утром в 2 часа дня. Вот, это что-то из этой серии. Нет! Ой, блять, я помню это место. Опять сюда, вот, пятый раз, шестой мы сюда приходим. Чемодан. На тебе чемодан. На тебе чемодан. На тебе чемодан. Ну все, в принципе, это уже, можно сказать, финишный рывок. Тебе через... Да. Потом потянуть за рычаг. Потом там надо будет еще этот, за здоровьем сходить. Но это потом. Так, все, да, все сделал. А что случилось? Беги обратно. Тут не на время, надеюсь. А, доставочка, окей. А, да, помню, было дело. Странно, меч не боговал. My other self still works to activate the towers. There's ample time to return to the throne room and await the opening of the door. А, ему надо к определенному времени, чтобы типа дверь-то в тронный зал закрыта. Ну и ладно. The towers. He has activated them. Am I too late? I have come too far to fail. И вот теперь нужно идти в тронный зал. Не сюда. Себе еще помню, как идти в тронный зал, так сюда? Ну, сюда, наверное, да. Ах, ты ж падла, да, вот ты. А здесь нельзя, причем, меч положить, взять другой? Нельзя. Можно только выкинуть его. Жестко и бескомпромиссно. Ну ладно, здесь хотя бы такая платформа, с которой ты... А, вот как меч-то должен был забаговать, типа, если у тебя вот... Я не знаю, только на секретное оружие это распространяется, или если у тебя есть любое вспомогательное в этой катсцене. Uh-huh. А, ну, у меня, поскольку я проходил вот с этим мечом до конца игры, а, у оригинального принца, который вот спрашивал, что тебе надо там вот это, uh-huh. а, у него этот меч просто вокруг него летал где-то рядом с ним. Вот тут тоже этот желтый, ядовито-желтый, просто отдельно от него вокруг что-то круги наматывал. Ну, поэтому у него его, по идее, не должно же быть вообще. Ну да, да. Ну, пацаны там уже прям смотрели. Видел, руки через двери просовывают. Ну, причем да, через двери, мнется. Причем через двери, у которых как бы нету решетки. Ой, блядь, я помню вот эту площадку, сука. Я прям помню. А чего вы тут заперлись? Ну ладно. Пока, ребят. Что? Он говорит, не убивайте его пока. Почему? Так, а мне туда или туда? Вот направо. Туда. Ну, вроде да. Камера туда показывала. Окей. Слушай, я не очень понял, куда камера показывала. Ну, по логике вещей, да. Нам же обратно нужно. Мы же шли вперед в эту сторону. Так, теперь надо сюда. А, да, вот это ебучее. Не-не-не, куда? Так вот, вот же это место. Ну, можно и так спрыгнуть, просто там вот есть проход-то нормальный спрыг. Ну ладно. Человеческий. Ну ладно. Не, собака, уйди нахуй, а. Уйди нахуй! Фу, блядь, нет ничего, уйди, блядь! И чем он человеческий? Ну, такое себе. По-моему, ровно та же хуя, если я просто бы сверху спрыгнул. Ну, давай. Зато двух собак убили, почему нет? Просто не факт, чтобы ты допрыгнул бы до туда, с той платформы, где ты находился. Там же нужно было запрыгивать пробежать на, цепляться на веревку, бежать, что-то это. Он мог просто не долететь. Это он мог, да, так, это наша, это уже дверь. Давай. Опа. Сейчас на дурака сейчас. Ой, блядь. Здорово. Давно не виделись, пошла нахуй. Так, тут у нас все занято, да? Окей. Блядь, вот это вот выглядит как балка, за которую можно цепиться, на которую встать даже можно. Не то, что зацепиться, но нет. Нет! Звук полное отчаяния. Нет. Просто уже смирение, стадия смирения, там, принятия, вот это все. Так.
Ну как принятие? Бомбить, конечно, все равно, но уже ты понимаешь, что с этим просто никуя уже не сделаешь. И... Так. Ну, допустим, он тут, да, он допрыгнет сюда, молодец, он прям красавец. Дебил. О, блядь, какая же нудячина вот по всему этому. То есть ты его проходил вот в одну сторону, а теперь тебе тупо надо весь этот же путь назад. Как же это, блядь, увлекательно и интересно. Причем в нем вообще нихуя не меняется, ты просто все то же самое. Да успокойся ты, господи, я уже давно мышку даже отпустил. Так, мураш вошел. Мне куда? Туда, туда, я вообще нихуя не понимаю. Блядь, я не помню, как мы шли. Ну, в смысле, прям совсем в деталях. Ну нет, не сюда, явно. Блять! Че делать-то? Не сюда. Сюда, что ли? Не-не-не. Не на ту сторону, да? Так, ну, ты не допрыг... Ну, типа, ты на платформу на дно залезешь. Значит, туда. Вот тебе остановись. Нет, не сюда, направо. Вот, вот сюда. Так. И здесь спускаться... Вот туда, да? Да, ниже. Ну, только не внутрь, а снаружи. Ну, да, да. Давай, давай, давай. А! Так. Ну, нахуй, я лучше не буду рисковать. По идее, там есть внизу вот это, за которую можно... Ну, за ней можно? Да, да. Ну, ладно, я в пизду, я лучше так. Давай, давай. Лучше перебздеть, чем не добздеть. Да уж. Лучше внутрь, чем наружу. Опа! Да, да, именно это я и хотел, долбоёб тупорылый. Так, и вот туда или вниз? Ебать, я сейчас перепугался просто, не обосрался. Так. Нет, просто у меня со вчерашнего дня в доме есть умная колонка Алиса, ага. Которая нихуя не умная. Ой, блядь. Она сейчас решила напомнить мне напоминалку, которую жена вчера ставила. А, напомнила сегодня. Она решила ее не вчера проиграть, блядь, а сегодня. Я слышу, я один в квартире, и тут, блядь, из комнаты голос доносится, чуть, блядь, кирпич не высрал. Так, нам куда? Вниз или вот или туда вот? Вниз. Вот нужно запрыгнуть на это, на колесо. Через колесо это гигантское. Да, это как. Я смотрел стрим с кем-то, то ли с Баженовым, то ли с кем-то еще, не помню. Ну, короче, стрим, в том смысле, то есть реально, то есть, стрим, что они собрались в разных помещениях, и типа вот чувак, который позвал его на стрим, и сам Бажен, и он что-то там про что-то они разговаривают, то ли про какой-то фильм, то ли про что-то еще. И он такой, и вот Алиса, да, здравствуйте, раз у этого чувака там, он типа Алиса выключись, говорит. И он говорит, ты что-то говорит, ну Алиса, она такая, да, что вам нужно? Такая, блядь, говорит, выключенный, она, причем он в наушниках, все, говорит, ну у меня где-то в колонках здесь еще выходит звук, я понять, говорит, не могу. И каждый раз он, и он уже потом сидит и такой, Алиса, ну да, что вы хотели? Ну вот примерно это и произошло. Так, я так понимаю, просто, нет, я не это имею в виду, надо вот так. Да. А, да, это то самое место, на которое ты падаешь и почему-то типа умираешь, а потом не умираешь. Нет, ну в этот раз он даже так делает место. Там нужно, на уголок. Чтобы это произошло, чуть левее быть, ну, да, на самый уголок. А, стоп. Ой, блядь, здрасте. Можешь подраться, можешь пробежать. Хуя ты в себя поверил, что ли? В блоки от этой дуры, блядь. Да, блядь, я не это хочу сделать, блядь, какие блоки, чё ты, о чём ты говоришь? А, так не работает, да? Ну ладно. Под коленку. Блять, принц, отойди ты от него нахуй! Все, мы не будем драться! Отойди, блять! Дай камеру повернуть, ебаный упырь, блять! Это пиздец, все, вот ну смотри, что творится. Ну ты ж типа дерешься с ним. Ну если я не хочу драться, я могу здесь есть возможность не драться! Нахуя ты мне камеру на нем фиксируешь, блять! Пиздец, блядь, какой же это бред! То есть нормальную фиксацию на врагах вы сделать не в состоянии, блядь, вместо этого вот это говно! Пиздец, ну и чего?
Решетка мешает. Ай, блядь, кошмарная решетка. Нахуй так делать было, блять, вот нахуй просто. У нас случайной цене нажать, Потому что если мы случайно нажимаем С, все, пиздец. Игра просрана, все это, все просрано. Да, по-любому. Мы же придется по новой переходить. Да, целиком, чтобы меч забрать. Так. Конечно, с самого начала, естественно. Ну, конечно, ты как думал? Точнее, ты никак не думал, как раз правильно все сказал. Ну, ты понял, что я имею в виду. Да. Так, тихо-тихо-тихо, не до самого низа. Прыгай. Вот я ему прошу, он башкой не впилился в стенку. Я говорю, не до самого низа съезжай. Тихо! Рано, по полотенцу. Рано. Ты серьезно, блядь? Ну, блять, ну... Третий раз здесь проходишь, и третий раз... Ну, я не могу, извините, блять, во всех местах все помнить. Не могу я досконально помнить всю игру, в каком месте что, блять, есть. Рычаг. Той стороны в нише. А, вот это, да. Ну так это бесит просто, пиздец. У меня стоит на такой из серии места, в которые ты заходишь там раз в 3-4 часа, и ты должен запомнить, как вот, ну, как... Да ты дурак, ты же понимаешь, что ты сейчас как бы вот просто по логике вещей. Он дал убить себя прошлого, соответственно, он не дошел до маски, не взял ее и так далее. Ты так должно работать. Нет. Это какой-то ебанизм, если честно. Вообще полный причем. Че, все, нам маска нахуй, мы все? Да, все. Все, блять, вот весь сюжет. А как же Темный принц во второй, в следующую часть? Ладно, хуй с ним. В следующей части. Ну, я понял. Ну так, туда или туда, я не помню. Вот сюда. Сюда, да. Обязательно сохранить. А потому что надо будет за лечилкой, да? За последнюю улучшайку. Ну, за лечилкой последнюю. Улучшайкой. Да. Так, это значит будет у нас... Сейчас. Блядь, ты серьезно? Сейчас, я просто, чтобы посмотреть, сейчас я отменю. Да. Смерть принца. Смерть принца, центральный зал, прошлое. Окей, назад. Все, сохранить. Для самого себя тоже. Ну что, что там по времени? На босса успеем зайти? В принципе, сейчас 38 минут. Я думаю, успеем. Погнали. Учитывая все читы и прочее, я думаю, все это босс сейчас просто... Босс-абсос. Я не буду реально сейчас выходить из игры, заходить по новой, только чтобы все отрубилось. Я уже просто хочу допройти это дело, если честно. Ну, получается, это предпоследняя серия тогда, и следующая будет последняя с хорошей концовкой. Окей. Okay. Например. Ну, посмотрим сейчас, да. Бля, тогда бы, если сегодня получилось добить, было бы вообще заебись. Да, зачем так, а что там не добить-то, изи? Не, вот просто потому, что если там еще одна серия, мало ли, как у тебя тоже по времени шум. Не, у меня нормально. Щенки тогда. Здесь больше беготни, то есть, вот реально, если эту беготню вырезать, игра, по-моему, на треть, короче, станет. Ну да. Это просто растягивание гейм. Если вырезать даже просто беготню к тронному залу, уже, блядь. Да. Вот я о чем, если помнишь, я в какой-то из первых серий говорил, да. Ну я раз прошел, два прошел, ну сделайте, ёпта, срезку какую-то, ну блядь, ну я же прошел уже, отстаньте от меня нахуй. Нет, хуй вам. Нет. Хуёв тебе самосвал, ходи. Так, ну здорово, мать, еще раз. Где-то я это уже видел. И почему ты здесь просто сейчас не убьешь? Thinking, да, не надо убивать, я не понял, я же запутался. Island, still, Come with me to Babylon.
You'll have a chance to begin a new life, free from the evils of this place. I'm sorry, Prince, but I cannot take you up on your offer. Интересно, почему? Она-то будет? Причем я знаю, то есть самое интересное, что... А, да, кстати, у нас карта есть, если что. Что забыл, у нас, кстати, карта есть. Бля, такая бесполезная хуйня, реально. Вот, вот реально я оценил, то есть она реально полностью бесполезное говно какое-то. А, это этот... то есть, насколько понимаю, в третьей части, ну, как лично для меня, видимо, чем она будет интересна, это тем, что там и будет и это, и Фара, и вот эта Калина. Ну, там Фара, по-моему, только в одной из концовок какой-то, типа того, что-то. Ну, я не помню, короче. Если что, не спойлерить, просто знаешь, она по идее там должна быть. Не буду тебе спойлерить. Я просто знаешь, она как-то должна быть задействована в сюжете. Она, да, да. И Калина, соответственно, даже арт там и есть. И Фара, и Калина. Короче, тройничок забудьте, все ясно. Кто о чем, Кондрашов, только об этом. Говорит, не обязательно должно заканчиваться вот так. А чё это она в этот раз не пошла, не забрала мечи? Принц туда ломанулся сразу. Into the present. So you can kill me in your own time instead of mine? I'm sorry, Prince, but only one of us can cheat fate today. Слушай, а как же босс Дахака? Босс Дахака живой должен быть. Или он только в одной из концовок? Он в одной из концовок. Калина, Эмпресс, listen. No, you listen. The timeline has said you will kill me, but I will change the timeline. Императрицу времени наебали трюк. Это как Тор, которого вырубили щеки, блядь, примерно. Да, вот просто, блядь. Что да, ну видно было, он за кулон свой хватился, то есть это как, ну, как и глинжал на кнопку, грубо говоря, нажал. Че, все это вся битва с боссом, охуительно. Так, что, прыгаем за ней, да? Это не вся битва с боссом, надо, да, за ней. А было бы охуенно, такая как сцена просто, и все, и босс повешен. Это, знаешь, я тоже вот не понял, когда проходил первую часть, ты там долго нудно дерешься с этим визирем, который абсолютно унылый, абсолютно... пососный босс, ты его выбиваешь на балкон, он такой типа говорит: ага, ну все, теперь тебе пиздец, что готов очко, да, что передать принцессе Фаре, как перед тем как убью ее, может слова любви, ага. Потом включается игра, он стоит такой, берешь его, держишь по кубу, пум, он такой: блять, я мог стать бессмертным, умирает, блять, чего вы куски катсцен местами, что ли, перепутали, блядь, что это за хуйня? Или должна была быть вторая фаза, а потом вы забили на это все. Такой бред, пиздец. Так, так, а куда? Наверх. Опять значит. А, собачки здесь были в начале сегодня. Ну, сегодня, в смысле, поскольку мы сегодня пишем уже. Блядь, что-то я хуйню какую-то творю, извините, пожалуйста. В прошлый раз ты запрыгнул сразу туда. Здесь собаки встречали нас в... Сейчас скажу, секундочку. В 13-й, начале... в 13-й серии. Предыдущей серии. В общем, мы сегодня пишем уже третью серию, поэтому в 13-й нас здесь встречали собаки. Куда ты? А что такое? Да, извините. Ты сейчас... Ну ладно, подумаешь. Только тебе шли круги нарезать можно во время прохождения. Так-то да. Давай еще разок чуть-чуть. Нет, хорош. Два раза вполне. Где императрица? Императрица? Принцесса Будур! Вообще, сейчас, наверное, никто, как говорится, не выкупил эту отсылку. Ну, ладно. Но учитывая, в принципе, что это принц Персии, то даже вполне подходит. Я иногда такими вещами сыплю, которые надо быть настолько же старым, как я, чтобы понимать, о чем речь идет. Так, а, и опять же на этой же арене, да? Ну, вполне неплохо. Я знаю, что ты видел, что ты думаешь, что ты видел в таймлайне. Then you know I have no choice. There is always a choice, Кайлина. Then I choose to leave. And for you to die. Тихо ты же. Ай, тихо. Ну подожди ты, мать, ну что ты? Просто я водички попить хотел, что ты? Ща, тебя нахуй. Я ушел, все, пизду, я на тебя обиделся. Ну понятно, против боссов это только против дракона, это против грифона только работало, да? You will pay for this transgression.
Не, ну да. Ну вставай, чё. Чё происходит? Она тоже умеет замедлять время. Императрица времени же, как-никак. А чё, она раньше этого не юзала? Потому что там был первый босс-файт. Если бы она ещё на первом босс-файте это юзала, то вообще очко сгорело у всех. Да, и, кстати, он вот в этом ускорении он не может прыгать через заряд. The first time? That's what I've been trying to tell you. If you just let me explain. No more words, Prince. If you've only things to say and nothing to show, then let us finish this. I'm sorry. Ну, как бы, я бы мог тебе кое-что показать, если ты понимаешь, о чем я, но, блядь, ты же не даешь мне. Если ты понимаешь, о чем я, опять. Ну и чё, ну и чё, ну и чё, ну и чё, ну и чё. Да, от этих торнадо уворачиваться. Ну, понятно. И, блядь, они настолько бесячие, что просто пиздец. Вот опять же, вот какую увлекательную игру, ты просто надо уворачиваться, ты ничего не можешь сделать, ты не можешь никак не дамажить в этот момент, тебе надо просто вот уворачиваться, дурачку прыгать по арене. Да, но с них падает песок, когда они исчезают, поэтому они... А, они полезны? Как-то плюс-минус обоснованы. Не, ну это хотя бы... Я подберу, пусть мне нахуй не надо, я все равно подберу. Что, зря что ее раскидали тут? Представим, что я играю честно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Это я сделал. Кстати, он реально в замедлении времени он не может перепрыгивать через врага. Это снова я сделал. Блять, ты серьезно? Типа я так быстро. Она два раза это включает. Типа я ей так быстро. Нее... Я ей так быстро накидал, что. Она опять включила сразу это. Ой, ну, давай. Да, у нее там определенное количество здоровья. Да, вот так. Я хочу тебя обнять. О, да, блин, зая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О! Я вообще просто охуел конец, да, уже просто, блядь, на финальном боссе такой, да? Чилим, похуй. О, можно еще так сделать. Это нельзя включать вид от первого лица здесь. Чтоб ты под юбку и заглянул, ты охуел совсем? Я могу вот так. Смотри, как у меня все закрыло. Она рубит фишку. Давали бы за это ачивку в стиме, как ну, вот, где-то, по-моему, в нерах. Да, там, ну здесь, видишь, здесь ачивок, видишь, вообще нет, поэтому игра старая. Да серьезно, опять? Так я даже здоровье и снять не успел, что такое? Да какая же духота, вот это да, даже не весело же нихуя, ну блядь, ну. То есть вот сейчас я буквально просто бегу, вот, я просто по кругу бегаю вокруг этой дуры и за мной гоняются смерчи. То есть без этого, без чита я делал бы ровно то же самое. Увлекательно, правда, пиздец? Битва с боссом просто охуеть, вот это да. Понимаете, какие-нибудь были бы окна в этот момент, знаешь, которые было бы сложно, но можно было бы хотя бы задамажить ее чуть-чуть. Нет? Так, ну-ка. А, я тоже включил! Лошара! Ладно, 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 все, я понял, не выебываюсь, не выебываюсь. А теперь выебываюсь. Дай ты и в бубен. Я дал бы им по сапатке просто отобрал бы мечи. Чё? There will be others like the Maharaja, braggarts and fools who will quest for the sands and find them. Кусок сапфирш пропал. My vengeance will be unleashed.
Но озвучивать меня будет уже не Моника Белуччи. Реально, почему-то в третьей части ее озвучивает не Моника Белуччи. О, да, о. The sands are here in the present, not in the hourglass. А, типа теперь она таймлайн по пизде пускает. This is the sands that should no longer exist in the timeline. The Dahaka is doing its job. Not only have I saved myself, I have eliminated the sands of time. What? What do you want? Ну кулон-то оставь, хорош. The amulet. Ну это плохая концовка, типа, да? А, ну правильно, Карина померла, кулон отняли. Can it be? I have changed my fate. Ну, с одной стороны, как бы неплохо, он изменил свою судьбу. Теперь за ним никто не будет больше гоняться. И тут даже корабль есть, на который можно уплыть. А в начале, это в самом первой заставке, за ним кто гонялся? Самый-самый первый, когда он бежит по какому-то городу, за ним темнота гонится. Видимо, это что-то не вошедшее в игру. Или может... А, теперь он вернулся в свой родной город, а там какой-то пиздец. Что, блядь, происходит? What the fuck is going on? Ну, в третьей части все. А, ну окей, это задел на трешку. Плюс-минус логично подвяжут. Ну окей, ладно, значит, тогда вопрос снимается. Не, нахуй, пока титры я не буду. Да, и сохраним на новые, опять же. Но титры будем смотреть в следующей серии, когда будет вторая концовка. Будем смотреть титры, ловить эти самые... Кого? Авторские права. А, ну это да. Куда же без этого-то. А вот, ладно, давайте на этом тогда, собственно, мы все закончим на сегодня. Ссылки все в описании. Проходите, подписывайтесь, вступайте, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах на Телеграм. Для этого подпишитесь на мой канал, на его канал, на все каналы. В общем, вот так. Блять, пиздец. Всем пока. Всем пока.